Работа на предприятии по производству упаковочных материалов остановилась. Сюда нагрянули приставы, чтобы изъять оборудование. Эта компания работает в Самаре больше 20 лет, производит пищевую и строительную упаковку, сотрудничает с молокозаводами, птицефабриками и строительными компаниями. Чтобы повысить качество продукции, несколько лет назад взяли в лизинг станки немецкого производства. Это оборудование находится в лизинге уже 3 года. По словам руководства предприятия, 70% стоимости оборудования они выплатили. Из-за разницы курса доллара образовался долг. Владельцы станков решили не дожидаться, когда предприятие справится со своими финансовыми трудностями. В прошлом году состоялся суд, который решил, самарская компания должна вернуть оборудование. Мы не противоречим данному решению, не препятствуем его исполнению. Мы лишь требуем соблюдения закона при выполнении данных действий. Предпринимателей беспокоит одно. Компания, которая вместе с приставами пришла демонтировать оборудование, не предоставляет необходимую документацию и график выполнения работ. Вы можете мне ответить? Вот у меня копия свидетельства СРО. Там отсутствует разрешение на проведение демонтажа оборудования. Прекрасно. Каким образом эти люди будут работать на тяжелой технике и не проводить демонтаж? С огоньком они будут. Когда мы наблюдали, как производится демонтаж оборудования, мы увидели очень много нарушений и по технике безопасности, и по электробезопасности, и по противопожарной безопасности. Мы занялись этим вопросом, изучили разрешительную документацию, и выяснилось, что у сервисной компании отсутствует разрешение на проведение работ по демонтажу и монтажу оборудования химической отрасли и флексографского оборудования. За разъяснением ситуации мы обратились к судебным приставам. На наш запрос пришел ответ. Ведомство действовало в рамках законодательства. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на службу судебных приставов не возложена обязанность проверять наличие допусков для проведения демонтажных работ. Омбудсмен по правам предпринимателей Евгений Борисов считает, в этой ситуации необходимо найти разумный компромисс. Мы говорим о том, что давайте, коллеги, давайте судебный пристав, давайте отложим исполнение судебное на законном основании до решения суда. Давайте мы обговорим формат изъятия этого оборудования. Это нормальные цивилизованные вещи. Не надо после себя оставлять разгромленное предприятие с погубленным оборудованием, которое никому не нужно будет, кроме как по цене лома. Руководитель предприятия подал иск в суд о приостановлении исполнительного производства до устранения нарушений. Суд иск удовлетворил. Сейчас демонтаж оборудования временно приостановлен. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.